Danışman TV. Пришел однажды на лужок наш пес по имени Дружок. Хвостом небрежно замахал, загавкал весело. Гав, гав. Осел поблизости трусил, кошку грустную спросил: ты что, не в духе, как и я? Ох, я! Сказала кошка: мяу-мур, кто не поел, тот часто хмур. Пойду поймяю мышь на ужин, мне вкусный ужин очень нужен. Сказала мышка: пип-пип-пип, давай-ка, кошка, не лупи. Вот это будет пип-пип-пир. Пип-пип, мяу-мяу. Пип-пип, мяу-мяу. Пип-пип, мяу-мяу, мур. Лягушка молвила: ква-ква. Сказала свинка: ты права. Хрю-хрю. Добавила затем: я без ума от хрюкзантем. Крича взволнованно: хар-хар. Ворона мчалась на базар, кукушка лежа на боку слегка кукухнула. Ку-ку. Петух поправил: не ку-ку, а так сказать кукуреку. Затем добавил: кукареку. Подайте мне кука карету. Спросила курочка: ку-ку, далекой ты и далеко. Куда, куда ты, милый, ах? Куда, тах, тах, куда, тах, тах. Корова замычала: ах, не пойму, я не пойму. Ну почему же, почему не говорят всему? Пожалуй, так себе, сказал баран. Уж лучше бе. Вскричала утка в свой черед: кря-кря, кря-кре, кря-кря, вперед. Ни бе, ни ме, ни кукареку. А кря-кря-кря, скорее в реку, сказала лошадь. Иго-го, зверюшек много, ого-го. А гусь добавил веско: га. Ого-го, ага-га. Ой, эти чудные слова. И кря-кря-кря, и ква-ква-ква, пи-пи, и мяу, и ку-ку, гав-гав, га-гав, кукареку. И звуки мне, и звуки му, приятны сердцу и уму.